Добрый день, дорогие друзья. Извините, что я в таком виде, это просто часть костюма уже. Хочу сказать следующее, буквально два слова. Для меня этот проект важен тем, что я имею возможность в данном случае поработать с новым совершенно для меня композитором, так и думаю для вас. Этот человек никогда раньше не писал музыку для балета, я привлек его к этому проекту. И также художник по костюмам, значит, композитор Александр Маев, художник по костюмам Елисей Шепелев. Это новые люди в нашей театральной индустрии. Прошу быть снисходительным, насколько возможно. И еще один момент. У нас произошло сегодня вынужденное изменение концепции и хореографии, потому что выбыл один человек, солистка. У нас было 6 человек, теперь 5. И поэтому форма воркшопа и хореографической мастерской принимает в нашем номере самый прямой вид и назначение. На сцене будут происходить некоторые импровизационные моменты, куски. Я думаю, что и вам, и нам это будет очень интересно. Спасибо большое, приятного просмотра.